История становления России как государства неразрывно связана с развитием предпринимательства. Отчасти именно купцы и промышленники развивали города и осваивали новые территории. Это очень широкая тема, по которой ежегодно проводят олимпиады федерального уровня. Марьям Баташева участвует в ней впервые. И несмотря на ее любовь к истории, российское предпринимательство – совершенно новое для нее направление. Изучать историю – это невероятно интересно, потому как узнаешь что-то новое, узнаешь, как развивалось государство в целом, как это влияло на различные сферы общества. И эта сфера также интересна была для меня, для изучения, хотя я не так долго занималась ее изучением, но все же это было довольно занимательно для меня. В региональном этапе олимпиады приняли участие студенты Карачаево-Черкесского госуниверситета и Северо-Кавказской государственной академии. Им предстояло ответить на 5 блоков вопросов и написать сочинение эссе на одну из предложенных тем. Организаторы олимпиады считают, что изучение опыта прошлого поможет сформировать у молодежи положительное отношение к современному бизнесу. Сейчас мы, вся страна, потихонечку продвигаемся в сторону предпринимательской деятельности. Если лет 20-30 тому назад это было не так интересно, не так важно, а сейчас каждый выпускник, он должен быть готов к ведению предпринимательской деятельности. Старания Марьям Баташевой принесли свои плоды. По результатам теста она заняла 2-е место, награждена дипломом и ценными призами, которые ей вручил председатель регионального отделения «Деловая Россия» Игорь Гонов. Диплом 2-й степени вручается Баташевой Марьям Муратовне. Академия, 28 баллов. Сонечка, скажи, пожалуйста. Ну а победителем олимпиады стал студент 3-го курса юридического факультета СКГА Руслан Ульбиев. И уже совсем скоро он отправится в Москву, где будет представлять нашу республику на федеральном турнире. Радмир Хасанов, Ливан Дзадзамия, Архыз 24.